Итак, друзья, всем здорово. Вообще, короче, выехал я на покатушечку. Сегодня погодка так, вообще, ну, так-то ништяк, конечно, но, блин, где-то плюс 20 на улице. С таким холодным ветром, да? Но есть свои плюсы, ребята, практически ни одной мошки не летает. Вот я как визор, короче, как шлем почистил. Короче, помыл шлемак перед сезончиком. И вообще вот одна мушечка. Короче, еще визор отполировал, да, знаете. И вообще прям мушки, они разбиваются и, короче, слетают. Пятнышек не остается. Вот ништяк. Вот что-то еду, никак не могу привыкнуть к посадке. Вообще, ребят, прям руки затекают, знаете. Ну так-то, конечно, мне все равно. Ну просто надо привыкнуть. Просто привыкнуть надо. Вот сегодня, считайте, вчера я только один день мог отдохнуть. А так я прям вообще парился, вообще конкретно. Занимался мотиком все это время, работал. Занимался и вообще практически вообще без отдыха, пацаны. Вот сегодня так чисто. И то было бы сейчас градусов там 27-30. Вот прям вообще был бы по красоте. Вот, еду так не спеша, просто кайфую, ребят. Никуда не тороплюсь. Как бы отжигаю так чуть-чуть. Ну, местами отжигаю, да. Сейчас просто еду за газелькой, просто поговорить. Просто за ней ветра как бы поменьше. А то что-то ветер хреначит в микрофон. Я посмотрел свои видюхи, которые предыдущие. Это уже вторая покатушка. В общем, смотрел предыдущие видюхи, и там ветер прям в микрофон задувает. Я прям говорю, и вообще не слышно ничего. Сейчас поменял местоположение микрофона. И думаю, сейчас будет нормальный звук, пацаны. Если звук нормальный, то, ребят, кому нравится, отпишитесь. Типа, все, огонь, звук, огонь. Конечно, навряд ли идеальный звучок, но все равно, мне кажется, нормально. Вот, заправился бензина на пятихаточку, пацаны. И вот сейчас уже 37 км проехал, да? Посмотрим, сравним вообще, насколько у меня, через сколько загорится резерв. Лампочка резерва у меня загорается, когда остается 6 литров. 6. Ну, не больше. От 5 до 6, вот так вот. Возьмем так. Ну, короче, залил 4 полторашки, вот она потухла, когда заливал бензин. Ну, грубо говоря, 5,5, да, если вот так вот на запас взять, да? 5. Короче, вот, ребята, вот так вот. Ну вот я маленько вкатываюсь, да, пацаны, вроде привыкаю. Надо маленько покататься, блин, я уж, блин, вообще, так-то я выезжаю, если вот такой обычай, да, у меня как бы. 1 апреля я всегда выкатываю. 1 апреля практически всегда нормальная погода. Ну, плюс 2, да, плюс 3, вот, плюс 5 бывает иногда. Даже десятка бывает. Вот, всегда выкатываю 1 апреля. А сейчас я выкатил, считайте, почти 15 мая, пацаны. Вот, все-таки есть разница, да? Как бы маленечко подзабылся чуть-чуть. Тем более, ребят, можно сказать, первый сезон на литре. Ну, не то чтобы первый, да? Не то чтобы первый сезон. Просто в том году я всего лишь проездил, пацаны, прям с октября, наверное, да. Ноябрь. Ну да, полтора-два месяца, полторашку где-то. Ну, месяц чистыми, месяц покатался. Прям по максималочке, прям катался вообще каждый день. Прям катался. Вот. А сейчас нужно привыкать к новой посадке вообще. Управление совсем у мотоцикла другое. Ему чуть-чуть что вот, чуть,
что, вот раз и все, прям он уваливается прям. Прям такой маневренный мотик. Кава, конечно, по управлению совсем другая. Кава, она более комфортная, более такая. Ну, короче, комфортная она, да. А по управлению такая, как бы. Пойдет. Для Кавы самый раз, пацаны. У нее свое управление. Свой класс мотоцикла. У нее свое управление. Но надо тоже, как бы, понимать. Например, на Зизере, да, я катался. Я просто понимал то, что поворот я уже в такой, на такой скорости не войду, да. Или там, блин, просто тормозиться не успею где-то. На большой скорости я тормозиться не успею. Ну, хотя я практиковал, да, прям разгонялся. И прям оттормаживался, прям передний тормоз, задний тормоз, прям одновременно, прям экстренно так оттормаживался. Как бы навык есть, незабытый. И все-таки вес. Этот весит, хондочка весит 170 кг, кава весит 200. 205, что ли, там у нее вес. Вот, мужики молодцы, новый мост делают. Красава. Красава. Реально. А, что-то подшлемники одел, плоховато. Маленько задувает, прохладный ветерок что-таки, все-таки, ребят. На улице не особо жарко. Вообще, по прогнозу в интернете, да? Плюс 14. По факту, ну, наверное, так и есть, ребят, не особо тепло. Вот мотик 79 градусов держит, 79-80 по трассе, все. Это вот после чистки радиатора прям такая, так температура упала. А было у меня, знаете, вот при плюс 5, да, 82-85 по трассе я ехал. Ну, радиатор реально, он забитый был прям, реально. Там все соты были прям покнутые. А сейчас ништяк, сейчас он продувается вообще прям. Вообще огонь. Вот такая, ребят, еще посадка, знаете. Вроде бы снимаешь на камеру, да, но как бы надо дальше отдаляться. А то видюха получается, блин, только приборку, да и видно. Ну, звучок прям мне нравится, прям звук вообще прям огонь, ребят. Звук вообще огонь. Ребят, это я еду на зеленый, это все монтаж, не смотрите. Да, надо, ребят, экипировочку заказывать, покупать экип. Но
Опять же, где его заказывать? На каких-то сайтах. Размер, не размер. По размеру придет, не по размеру. Хрен его знает. Я сейчас маленько похудел. То, что мотику как бы занимался, да. Сейчас буду опять тренироваться там. Железом. Маленечко боксом буду заниматься. Вот. Как бы поднаберу опять десяточку. И вот не знаю, что делать вообще с экипом. Я люблю, знаете как, поехать, примерить и купить, вот. Вот так вот. Надо, наверное, комбинезон брать, я думаю. Или с ним в жару не очень, вроде говорят, жарко слишком. Вот я, короче, думаю, пацаны, насчет экипа. Да, лето на улице, вообще кайф, кайф. Пусть хоть и прохладненько, но, блин, мне нравится. Когда ты вот реально на мотике едешь, ты вот прям забываешь обо всем, о всех проблемах вообще. Ты как бы, ребят, вы как бы знаете, вы как бы, ну, короче... Короче, ладно, ребят, не буду говорить, а то скажете, ты слишком, короче, ты пошляк, да, скажете, вот, не буду говорить. Короче, кайфуете,